Итак, самое доброе утро 21 марта 2000. Good morning. Good, thank you. And you? Good. Good morning. Это наши соседи. Итак, мы находимся на берегу океана. Вот за этим вот домиком находится океан. Вот отсюда не будет видно, потому что просто не будет видно. Потому что тут стоят домики и растут высокие пальмы. Но если я сейчас выйду, сейчас я попробую. Итак, ладно, самое доброе. Девчонки, доброе утро! Как хорошо на отдыхе. Мы приехали сюда, мы можем здесь оставаться до субботы. Но мы до субботы оставаться не будем. Сейчас у нас готов завтрак. Мы быстро покушаем. Вот у нас такой большой апартмент. Это таймшер. Вот такое все яркое, красивое. Такое все вот в таких вот ярких-ярких тонах. Даже на стенах обои вот такие яркие. Итак, ладно, я выхожу. Отсюда слышен шум океана. Пойти туда пройтись. Чуть-чуть. Так, свет все еще горит. Непорядок, надо выключить свет. Ха-ха, как здорово! И вот он океанчик. Ладно, уже пройдусь я по этим лесенкам. Что такое таймшер, я думаю, знают все. Ну, для тех, кто не знает, я объясню. Таймшер — это вы выкупаете там, допустим, за 5, за 7, за 10 тысяч долларов, как бы становитесь собственником вот допустим, вот этого вот конкретного, вот этой конкретной квартирки, но на неделю в год. И неделю в год вы звоните в этот таймшер и говорите, что моя неделя будет, допустим, с 1 по 10 марта. Какой-то март. Я грубо так говорю. И вы приезжаете, вы живете эту неделю бесплатно. Вот что значит таймшер. Можете не вы приехать, можете приехать, можете отдать это время своим друзьям, можете кому-то эту неделю продать. Это уже кому как карта ляжет. И вот это прямо на берегу океана. Вот я выхожу к океану. Но это наподобие апартментов. Тут, может быть, тут даже люди живут. Ну, навряд ли, конечно. Скорее всего, все-таки это вот полностью таймшер. Кто-то либо построил вот эти апартменты, либо выкупил их. И просто преобразовал апартменты в таймшер. И они продаются по всему миру. То есть любой китаец может купить этот таймшер и приезжать сюда на неделю. Вот тут бассейн такой красивый. Мы вчера тут катались. Катались, купались. Что-то я не то говорю. Так, ну, ладно. Камеру я вчера свою утопила. Она у меня вчера набралась полная воды. Поэтому не знаю, что у меня получится сегодня. У меня остался телефон. Еще одна подводная камера и большая видеокамера. Ну все. Все. Вот это вот и есть наш такой маленький, скромненький, малюпусенький такой таймшерик. И вообще это Нью-Смирна Бич. Если ехать в ту сторону, мы доедем, наверное, миль через 15, через 20, мы доедем до Дейтоны Бич, где я снимала мотоциклистов Байк Вик. Ну, вот это Нью-Смирна Бич, конечно, оно как бы тут еще, ну, не то, что не жилое. Но еще пока не такая, не очень популярная зона отдыха. Потому что все-таки тут чувствуется отсутствие всяких развлекательных штучек. Ну, такая скромненькая деревушечка. Такая скромненькая деревушечка с выходом на море. Вот и все. Собственно, вот и все. Вот даже такая проселочная дорожка здесь. Ну вот и все. И вот она, моя машинка стоит, любимая, родная. Переночевала она здесь хорошо. И пошли. Вот кому интересен, тут, кстати, в этом таймшере тут можно еще арендовать комнату. Вот вся информация. Вот вся информация. Ничего скромненько. Червячком сходили туда вот. Ресторанчик покушали, так хорошо, вкусненько. Там итальянский ресторанчик с девчонками. Посидели, потрепались. Ну, время провели очень хорошо. Так спокойно, так душевно. Пока мальчишки наши, их сыновья, ушли куда-то гулять с девчонками. Тут они вчера познакомились. Мы пошли там так посидели классненько. Построили глазки красивому официанту. Наговорили ему, какой он красивый. Но мы все замужем, поэтому ему нас не добиться, не дождаться. Ну вот сейчас мы будем тут. Вернее, завтракать. Пустите меня, пожалуйста!
кролитика. На голову чедро одела. Ну вот и все. Ну вот и все. Ага, вот идет погода. Вот мы находимся, Нью-Смирна Бич. Вот Дейтона Бич. И вот тут вот Орландо. Где? Орландо, где? Вот тут вот Орландо, вот он. И мы находимся вот тут. Орландо, вот здесь мы находимся. Где-то 70 миль мы ехали. Ой, девочки, сегодня целый день дождь. 80 градусов тепла. Это 27. Плюс 27. Ну, ветер сильный. Все. Так, пацаны, быстро вставать. Большой в этот туалет. Две бедрум. Ну, отлично. В общем, все замечательно.